Здравствуйте, с вами Юлия Черняева, и пришло время универсального формата на телеканале «Самара-ГИС». Ну что, давайте, друзья, активнее включаемся в рабочую неделю, такую коротенькую, такую приятную. И если у вас сегодня есть ощущение понедельника, то вы не одиноки. На самом деле у нас сегодня 5 ноября, среда, и всех приветствую и с большим удовольствием приглашаю уже поговорить о предстоящих выходных 7-9 ноября. Все потому, что в нашем городе вновь и вновь мы ожидаем международную выставку-продажу «Формула рукоделия». Со всей страны, да и с нашего города тоже, с области съедутся удивительные мастера и мастерицы, чтобы показать свое творчество, чтобы что-то продать, чтобы что-то купить, ну или, может быть, даже чему-то научиться. Вот сегодня говорим о рукоделии, о хобби, о творчестве. И с большим удовольствием, может быть, принимаем ваши рассказы, чем вы занимаетесь, каким творчеством, каким рукоделием, каким хобби. Звоните нам 202 11 22. Также в ближайшее время будем разыгрывать, мы пригласим билеты на концерты рок-групп. Сегодня у нас такой рок-розыгрыш, но это группы «Тараканы» 7 ноября, ночной клуб «Звезда», и группа «Пилот» 8 ноября, также ночной клуб «Звезда». Если будет желание, совсем скоро розыгрыш состоится. Ну, а я с большим удовольствием вам представляю наших первых гостей. И это руководитель проекта «Формула рукоделия» в Самаре Виктория Каврина. Здравствуйте. Здравствуйте. И менеджер по продажам, менеджер проекта «Формула рукоделия» Елена Арбельева. Добрый день. Здравствуйте. Ну что, праздники, я так понимаю, тоже удались. Все Конечно. Хорошо. Но вы, наверное, ни на минуту не приставали получать звонки, какие-то сообщения от тех рукодельниц, мастеров, мастериц, кто хочет принять участие. Почему так успешно, так удачно в нашем городе проходит «Формула рукоделия»? Вика, вот почему так? Вы знаете, я думаю, что «Формула рукоделия» — это наиболее масштабный проект такого рода в нашем городе. То есть, естественно, у нас есть какие-то ярмарки небольшие, такого узкого базарчики формата. Базарчики какие-то, да. Но именно вот такое масштабное мероприятие, которое собирает мастеров действительно со всей страны, которые представляют абсолютно разные техники, это единственное мероприятие у нас. Угу. Поэтому вот это уже шестая по счету выставка, которая проходит с большим успехом. Так, ну а в чем ее масштабность? Это какие-то цифры, проход людей, количество участников? Есть чем похвастаться? Прошлые по годы, прошлым, например, посещаемость у нас получается в среднем 10 тысяч человек за 3 дня. Угу. Мастеров более 200, как правило. И то все это... ходят, что-то смотрят, выбирают. Да. Понятно. Елена, вот такой вопрос. Какого толка, может быть, я не знаю, мастера, мастерицы заявляются? Есть какая-то тенденция? Чем сейчас люди занимаются? На самом деле люди сейчас занимаются всем, и даже какие-то новые направления вытекают из уже имеющихся. Даже, если честно, иногда не успеваем следить за тенденциями, за направлениями. Но, как показывает опрос, который мы проводим каждую выставку, вышивание всегда на первом месте. Угу. Более 50% посетителей увлекаются этим творчеством. Угу. Этим Знаешь, хобби. Что в прошлом году у вас был даже какой-то конкурс, надо было вышить что-то да. там и пройти бесплатно, так вот, скажем, на какие-то ваши какие-то интересные мероприятия. В этом году что-то готовите? Конечно, у нас каждую выставку проходит такая, можно сказать, акция небольшая. Угу. Мы распространяем флаеры, и на флаерах есть возможность... Схема. Да, есть схема. Если вы его вышиваете и приносите флаер на выставку, вы проходите бесплатно. То есть вот такая вот акция. Мы максимально стараемся для посетителей сделать больше возможностей посетить вот наше мероприятие. Угу. Кому интересно прийти на эту выставку будет вот с 7 по 9, Вик? Вот кто эти люди? Наша аудитория, я думаю, очень широкая, поскольку у нас много разных мероприятий запланировано на выставке, в том числе интересная вещь, крафт-стартап-семинар, который проводит Элина Федянцева, то есть координатор «Формулы рукоделия» вообще всей. Угу. Это будет интересно, на самом деле, как уже успешным предпринимателям в сфере рукоделия, так и начинающим предпринимателям, и просто мастерам, которые как-то хотят развивать, ну, грубо говоря, свою группу ВКонтакте, да. Также всевозможные дефиле, конкурсы, разнообразные программы, мастер-классы как детские, так и взрослые, всевозможные техники. Поэтому я думаю, что всем
принципе, будет интересно. Ну, у нас есть фотографии с формулы рукоделия. Давайте посмотрим, как это вообще происходит. Что там столпотворение творится, вы сейчас действительно увидите. Ну и, конечно, мастер-классы какие-то и тех людей, кто привозит. Чем можно поживиться там будет в этом году уже? Кто заявлен? Есть какие-то точно? Прошу просто прокомментировать немножко фотографии. Да, вот это церемония открытия. Это церемония открытия, да. Вот это детские мастер-классы, которые у нас пользуются большим успехом, на самом деле. Как правило, мамы приходят, детишек оставляют и сами идут что-то себе выбирать. А что дети в основном делают там на мастер-классах? По-разному. В основном это открытка какая-то такая вот простенькая для мамы. В прошлом году очень большим успехом пользовался у нас мастер-класс по мыловарению. Ну еще бы. Вот, там дети просто сходили с ума. Он вместо заявленного часа проходил у нас почти 3 часа. Они варили и варили и уходили просто с полными карманами этого мыла. Угу. Я так понимаю, что представлены мастера из других регионов. Это вот уже наверняка есть какие-то те, кто оставил свои заявки, регистрацию прошел. Откуда приедут в этом году? В этом году приедут из Санкт-Петербурга, из Нижнего Новгорода, из Волгограда. Ну, само собой, из Москвы. Монгольский трикотаж меня поразило вот это вообще. Да. То есть откуда-то из далекого-далекого тоже приедут? Да. А есть ли какая-то, я не знаю, вот тех, кого лично вы ждете, каких-то мастериц, что-то уже прям, может быть, заказали, что-то прикупили, прикупить хотите? У нас, вы знаете, большим спросом пользовались платки компании Этноби, шелковые платки. У нас просто весь офис сходил с ума по этим платкам, звонили всем знакомым, приходите. Да. Я думаю, что в этом году будет то же самое, мы вот очень ждем. Угу. Помимо детских мастер-классов, будут ли, вот я смотрю, в этом году тоже, надеюсь, запланированы мастер-классы для взрослых, и кто будет проводить их? Есть ли программа такая более или менее какая-то? Да, программа есть, конечно, ее можно будет найти ВКонтакте, на нашей странице она уже вывешена, объявлена. А конкурсы также там прописаны, за которые можно будет голосовать. А что касается мастер-классов, то в основном как-то так получилось, что в этот раз у нас, ну, поскольку Новый год близко, мы так или иначе делаем мастер-классы с символом года, собственно, с овечкой. Мы ее вышиваем, мы ее шьем, валяем и все что угодно. То есть, так овечка или коза? Вот тут тоже вопрос. А это же такое... Варьируется, да? Да. Коза и овца, это как бы, я так понимаю, что это год... Да, там... Объединенный. Да, как и год кота-кролика, видимо. Да, именно. Mm-hmm. Вот. Поэтому у кого-то это коза, у кого-то это овца. То есть те, кто бредит овечками в этом году, просто разорится на вашей выставке. Да. Понятно. Друзья, ну мы говорим о том, что с 7 по 9 ноября у нас проходит выставка-продажа в музее Алабина «Формула рукоделия». Если вы, кстати, хотите прийти туда чем-то поживиться, милости просим, а можно ли еще заявиться на участие? Знаете, нет, уже, к сожалению, нет. Нет такой возможности, мест нет, да, у нас все уже полным ходом идет застройка непосредственно самой выставки, и уже буквально завтра участники начнут заезжать на выставку. А в пятницу мы всех ждем с 10 часов, в 11 у нас официальное открытие, но можно уже в 10 прийти и начать что-то себе присматривать. Чтобы не разобрали, не раскупили. Да, лучше раньше. Друзья, ну, если у вас есть желание сейчас поучаствовать в нашем конкурсе, давайте мы немножко, может быть, как-то так глазами себя сегодня развлечем. У нас кинокадр. Сейчас прошу кинокадр на экран вывести. Очень интересный фильм. Мы разыгрываем билет на концерт группы «Тараканы» 7 ноября, «Ночной клуб «Звезда», если кто являются поклонниками этих заводных ребят, авторов такого хита, недавно звучавшего «Пойдем на улицу, потусуемся». Я не знаю, вот если есть желание зажигать, то отгадайте этот фильм. Там тоже не только про жизнь девушек и женщин, но и про жизнь одного очень интересного музыкального коллектива. Звоните, если угадали. 202-11-22. Ну, и, собственно, я думаю, что мы можем даже что-то от вас разыграть, да? Какой-то купон, сертификат. Давайте, конечно. Сейчас у нас есть звонок. Да. Вы пока какой-нибудь вопрос заготовьте коварный, если есть таковой. Есть у нас звонок. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Тамара. Тамара, очень приятно. Вы хотите поучаствовать в нашем конкурсе? Да. Давайте, отгадывайте тогда, что же за фильм мы загадали. «Берегите жизнь». Конечно, вы смотрели? Да, несколько раз. А как вам фраза «женщин, берегитесь»? Мне такая фраза не нравится. Понятно. Собираетесь ли вы на формулу рукоделия? Ну, хотелось бы сходить, да, интересно.
Ну, я вот не знаю, сейчас у меня такой коварный вопрос возник. Может быть, я как раз-таки немножко тут тоже поучаствую. Может быть, спросим, какой раз проходит? Да. Да? Вы тоже, да? Я угадаю, я умею читать мысли. Так какой раз проходит выставка в этом году? В какой раз она произойдет у нас в Самаре? Мы говорили об этом, если вы внимательно слушали. В этом году мы пятый раз мы... Чуть-чуть не угадали. Какой в какой? Пятый. Нет, ну, к сожалению, нет, но в любом случае билеты на тараканы вам достаются. Если, друзья, вы знаете ответ на вопрос, в какой же раз пройдет в этом году в Самаре выставка «Формула рукоделия», звоните, вам достанется купон. Что он дает? Он дает бесплатный вход. Это купон с нашей печатью, с подписью. То есть всего два купона таких мы разыгрываем. Вы их получаете, приходите, показываете, да. Все. Понятно, вход друзья, в какой раз проходит замечательная ярмарка, продажа, выставка «Формула рукоделия». Мужчины, мастера заявлены в этом году? И вообще, чем они занимаются? И что всех так интересует этот вопрос. Делают ли своими руками сейчас русские мужики что-нибудь? Вообще, да. Кстати говоря, вот координатор проекта Лина Федянцева, она очень активно это направление развивает, мужской хендмейд. Она очень любит, очень ищет мастеров. Везде, по всем городам, где проходит формула, пытается как-то вот собрать такую вот общую выставку. У нас тоже мужчины заявлены. Есть такой колоритный мужчина, я думаю, все, кто был у нас на выставке, видели его. Зовут его ремесленник из Ярославля. Так и зовут? Он так и представляется всем. То есть вот такой вот у него... Из Ярославля, то есть человек приезжает? Да. Вот он такой крупный такой русский мужик в рубахе. Так вот у него... Все очень колоритно, и он представляет всевозможные изделия из кожи, то есть какие-то часы, браслеты, и он прям при посетителях это все делает. А также в этом году у нас молодой человек с медными изделиями представлен, он у нас впервые, и резьба по дереву. Вообще на нашей выставке, если я не ошибаюсь, это вообще впервые резьба ручная по дереву. Ручная или механическая? Ручная, именно ручная. То есть вот набрали это эксклюзивы. Да, как на все это должно денег хватить у обычных покупателей? Это действительно, не знаю, выставка продажи по каким-то хорошим ценам? Или все-таки цены на ручной труд, они высоки достаточно? Как вот с этим быть? Не разориться, что все хочется купить? Ну, цены на самом деле варьируются. Вот. У разных мастеров по-разному. Где-то можно поторговаться, с кем-то можно договориться, какую-то скидку получить, конечно, если большой объем покупать. Вот, но в основном цены доступны и как на материалы, так и на готовую какую-то продукцию. Мне кажется, среднестатистический человек, который работает, может себе легко позволить. То есть поторговаться можно? Да, с мастерами можно. С мастерами, конечно. Вот с представителями, которые с фурнитурой, с товарами для творчества, это, конечно, проблематично будет, но с мастерами договориться, я думаю, можно будет. Друзья, 7 по 9 у нас проходит выставка «Формула рукоделия». Мы разыгрываем. Можно мне? Я покажу. Может быть, люди не верят, что он есть. Действительно, вот он. У нас такие замечательные сертификаты, международная выставка, замечательно, Самара, улица Ленинская, 142, приходите, печать стоит, а это значит, что вам гарантирован бесплатный проход и, в общем-то, провоз багажа обратно. Какой раз будет проходить выставка «Формула рукоделия» в Самаре? Позвоните нам 202-11-22. Ну, вообще, вот довольны ли мастера такими ярмарками? Они как бы оправданы для них? Для мастеров... Ну, знаете, на самом деле спрашивать, конечно, нужно об этом мастеров. Ну, мы спросим еще, да. Но, как я думаю, у нас есть участники, которые участвуют из года в год, и не будем говорить, сколько лет это проходит. Но есть действительно постоянные участники, которые очень довольны. Ну, больше пяти, это я так намекаю. Ну, да. Больше пяти. Вот, и очень довольны, участвуют на тех же самых местах. Уже когда посетители приходят, они знают, куда идти, где их найти. Очень довольна. Я думаю, что это стоит того. Какая развлекательная программа заготовлена? Развлекательная программа, не считая того, что будут мастер-классы, которые буквально вот один за одним, безо всякого перерыва. А также у нас в прошлом году был мастер-класс по обучению игре на барабанах. В этом году он будет также проходить, будет два раза в день. Большим успехом пользовался. Я думаю, в этот раз тоже все будет хорошо. То есть там центральная площадка, которая вот находится буквально на входе Алабина, она была заполнена людьми полностью. То есть нам стульев не хватало, чтобы людей рассадить, чтобы они поиграли в эти барабаны. А также шоу сумасшедшего профессора Николя, как обычно, для детей тоже будет у нас.
Вот как-то так. Mm-hmm. А более подробно увидите на выставке. Понятно. Скажите, пожалуйста, есть ли у нас телефонный звонок? К сожалению, не слышу я своих режиссеров, но, тем не менее, друзья, повторю еще раз вопрос о том, что мы разыгрываем пригласительный билет на замечательную выставку «Формула рукоделия» 7 по 9 ноября в Алабино будет проходить, и мы задаем вопрос, в который раз она будет проходить, уже выяснили, что больше трех, больше пяти, звоните 202-11-22. Ну и, собственно, хотим выяснить, какое у вас хобби, какие у вас есть увлечения, можете нам тоже об этом рассказать и поделиться. Вы видите, что у нас тут и уже стоят какие-то игрушки, какие-то интересные моменты, мы будем рассказывать уже во второй части нашей программы. Здесь в студии окажутся самарские мастерицы, которые своим, собственно, уже мнением, впечатлениями поделятся. В каких вообще городах проходит эта ярмарка, выставка, продажи? На сегодняшний день это Москва, Самара и Екатеринбург. И все. Раньше была еще Украина, но по определенным обстоятельствам, да, формулы там больше нет. Пока да, пока вот так. Конечно, формула развивается. Я думаю, что в каких-то еще крупных городах обязательно она появится в скором времени. Но, как говорится, мы тут только и успеваем работать, потому что объем достаточно большой. Есть у нас звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Любовь Юрьевна. Очень приятно. Любовь Юрьевна, скажите, пожалуйста, что-нибудь своими золотыми руками делаете иногда? Постоянно и очень и много. Так, рассказывайте, чем занимаетесь. Я вяжу, вышиваю и шью. Ух ты! Эх ты, как здорово. Наверное, для себя, для всех родных, близких. Для себя, для подарков. Здорово. Обязательно вам нужно сходить, закупиться, может быть, какими-то удивительными нитками, какими-то, может быть, еще элементами украшения ваших работ. Я постоянно хожу, поэтому знаю, какой раз у вас. Ага, чудесно. Давайте, отвечайте, в который раз. Шестой. Конечно. Вот вам замечательный такой проходной билетик достается. Я вас поздравляю. Спасибо большое. Ну что, впереди у нас мастерица, рукодельница, которая расскажет о своих творческих, может быть, интересных задумках, идеях и подготовках уже, о боже, да, к Новому году. Ну, а мы хотим, наверное, еще раз всем повторить, что ждем 3 дня. Да, обязательно. 7 по 9 ноября с 10 до 18 часов выставка открыта для посетителей. Всех ждем. И для детей тоже найдется что-нибудь интересное. Конечно, конечно. Ну и готовьте ваши денежки, тут уже ничего не поделаешь. Спасибо большое, что пришли. Друзья, ну а с вопросом расскажите о своем хобби. Мы обратились на улицах города к прохожим и разные ответы получили. Давайте посмотрим, не переключайтесь. Правильная детская обувь от ведущих производителей по низким ценам. 932-25-62. Улица Аэродромная, 29. Приходите, мы ждем вас. Ну, книги, да, люблю. Любите читать книги? А какие книги любите читать? Какие книги? Ну, наверное, какие-нибудь такие вот серьезные. Серьезные? Любите классику? Классические, да, русскую классику. А можете назвать своих любимых авторов? Пушкин. В основном я гуляю с друзьями. Больше мотоспорт. Вы любите мотоспорт? Да. А вы как-то занимаетесь или просто... Ну, сам для себя. Вышивание. Вышивание? Да. А можете мне поподробнее рассказать, что вышиваете? Давно ли? Ну, давно. Я в годах не знаю, сейчас точно не скажу, сколько в годах. Крестиком, картинки, либо по заготовкам, либо так. Я занимаюсь теннисом профессионально. А можете поподробнее об этом рассказать? Ну, на протяжении 6 лет я занимаюсь, играю в теннис профессионально. Также иногда просто хожу в спортивный зал. Я люблю водить автомобиль. Любите водить автомобиль? Да. А как давно водите? 12 лет. Книги люблю, музыку люблю. А вы можете поподробнее об этом рассказать? Какие книги читаете, какую музыку любите? Музыку классическую, джаз люблю, классический. Любите джаз? Да. Ой, какой же у меня хобби. Внуки? Вот мое хобби, да. Читать люблю фантастику, слушать люблю, все. +202-11-22 телефон прямого эфира программы «Универсальный формат». И на очереди розыгрыши долгожданного концерта, билетов на этот долгожданный концерт, группа «Пилот» 8 ноября. Если вы любитель, поклонник качественной музыки и знаете давно и этого артиста Илья Черт, и группу «Пилот», тогда следующий кинокадр для вас, друзья. Разминаем сегодня свои воспоминания. Что за кадр, из какого фильма? Звоните 202
11-22. Ну, а я с большим удовольствием представляю вам наших мастериц, которые принесли сегодня всю эту красоту сюда в студию и расскажут о том, как они принимают участие, как они, собственно, не знаю, заявились и чем будут радовать вас на формуле рукоделия. И давайте знакомиться. Яна Нефедова, здравствуйте. Здравствуйте. Анна Курдыш, здравствуйте. И Анна Синяева. Здравствуйте. Ну, вот девочки уже в униформе. Сразу понятно, что они из одной артели производственной. Или что это у вас, ТО? Товарищеское общество? Творческое объединение. Эх, не угадала немножко. Творческое объединение. Ну, давайте тогда с вас и начнем. Ваше творческое объединение почему-то называется «Синяя курица». Потому что это по нашим фамилиям. Синяева и Курдыш. Синяя курица. Все очень легко и просто. То есть решили объединиться. Да. Вы уже какой раз принимаете участие? Мы принимаем какой? Второй? Во второй. В третий, можно сказать, да. Полностью во второй. А частично в третий. Потому что в том году мы поддерживали фонд «Линии жизни», который представлен тоже на формуле рукоделия. Проводили бесплатные мастер-классы, собирали деньги на лечение детей. Ну, то есть мы, как всегда, его поддерживаем, этот фонд, каждый год. Вот. И в том году они нас попросили поучаствовать, мы поучаствовали весной. Угу, понятно. А у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Наталья. Наталья, очень приятно. Наталья, чем занимаетесь в свободное от работы время? Какое хобби есть? Может быть, рукоделием каким занимаетесь? Музыку слушаю. Отлично. А руками что-нибудь делаете? К сожалению, нет. Ладно, не страшно, музыку слушать тоже хорошо, тем более хорошую. Ну так что за фильм мы загадали? Вы угадали его? Я думаю, что это фильм «Один дома». А какая часть? Сложно сказать. Ну да, я бы тоже так вот и не ответила. Но я думаю, самое первое. Спасибо вам за звонок. Отправляйтесь на концерт группы «Пилот» с кем-нибудь в приятной компании. А у нас, кстати, на кону еще будет розыгрыш вот еще одного проходного такого билета. Я думаю, что мы совсем скоро вопрос зададим уже по творчеству, может быть, наших девушек, может быть, и нет. Так что слушайте внимательно за нашим эфиром, за нашей беседой. Ну так как вам участвуется? Ну, вообще нам очень нравится участвовать, но, конечно, посетители бывают разные. Вот. И бывают посетители, которые на самом деле понимают, что такое ручной труд. И вот тут говорили как раз про то, что сколько это будет стоить. То есть люди понимают, что это ручной труд, а не какая-то там, я не знаю, производство. Фабричное китайское, да, производство. И когда они приходят на выставку, они твердо как бы осознают, что это ручной труд, он стоит достаточно количество денег. И люди идут, они там хвалят, как-то, может быть, там немного восхищаются работами, вот, покупают, например. Но также есть такая категория людей, которые то ли они не понимают вообще, что такое формула рукоделия, что такое ручной труд, то ли они просто шли мимо, решили зайти, но когда они узнают цену каких-то изделий, у них как-то вот такой испуг, да, неадекватная вообще реакция. Серия «Почему так дорого?» Я в соседнем магазине, там серия «Fixed Price» за 30 рублей куплю примерно такой же. Но примерно такой же там явно не купишь, потому что все-таки там явно не ручная работа. Понятно. Аня, у вас какие впечатления? Ой, у меня какие впечатления? У меня впечатление, ну, вот когда мы, скажем так, в прошлом году тоже на осенней выставке участвовали первый раз, и получилось так, что первый день я как была одна представитель. Мне кажется, таким образом я была ошеломлена, потому что, во-первых, очень много людей, ну, и как вот Аня сказала, что действительно есть некоторые, которые просто восхищаются, и ты даже не знаешь, что как бы сказать в ответ, потому что они вот стоят и не могут отойти, и только ахают и охают, и восклицают. Вот. Да, ну, я такая, надо говорить. Да, мы таланты. И говоришь и так, и по-другому, и спасибо, и все, они никак, ну, как бы, то есть, не знаю, надо говорить, делать. Покупайте. Ну, покупайте, да, как бы есть категория восхищенных людей, которые не любят покупать. Так вот. Поглазеть пришли. Да, но как бы мне вообще выставки нравятся тем, что там действительно можно пообщаться с покупателями и получить какие-то положительные эмоции, даже если есть какие-то отрицательные, они, ну, незначительные. Вот. И как бы для меня это еще интересно самой походить, посмотреть, пообщаться с разными мастерами. Ты как бы чувствуешь, вот, допустим, мы работаем в банке с Анной, а вот в такой жизни ты как будто совершенно другой мир, у тебя какой-то такие свой круг, и ты ходишь, как, вот, как рыба в воде. Все свои, да, такие все же, свои, немножко да, того, хотя как ты даже их, может быть, не мастера. Знаешь, видишь первый раз. Ну, понятно. Ян, хочу у тебя теперь спросить, скажи, ты в первый раз заявлена?
Нет, во второй. И почему решила вновь поучаствовать? Все-таки есть какая-то, не знаю, приятная выгода или какие-то эмоции? Эмоции очень много положительные. На первой выставке мне довелось участвовать, представить свое дефиле, и эмоций, впечатлений получила очень много, и решила, что пойду еще и еще. Угу. Чем ты занимаешься? На данный момент я углубилась в скрапбукинг, оформление свадеб, атрибутика свадебная. А так постоянно люблю развиваться и достаточно много всего уже перепробовала. Ну-ка, чем занималась, рассказывай. Потому что это обычно бывает, что люди в разные вообще ударяются в стороны. Ну, собственно, как говорилось изначально, началось с вышивания и закончилось вот, собственно, скрапбукингом. Так, роспись по ткани еще была, по коже, по любым материалам. Собственно, даже дошла до росписи обуви. Вот это да. У нас, кстати, Яна Нефедова сегодня приготовила фотографии. Давайте посмотрим, что мы можем там увидеть. А Яна нам похвалится, расскажет. Вообще, как общаться вот с людьми, которые приходят на выставку? Вот как отвечать на этот вопрос, что это вообще-то действительно ручной труд? И он действительно не может стоить 50 рублей, например? Ну, если честно, у меня не возникало таких проблем по поводу того, что как бы люди там недовольны ценами и так далее. Обычно как-то это все очень сглаженно происходит, то есть не было недовольных людей. Ну, а не могу. Ты кого-то ждешь сама на формуле? Куда ты уже хочешь зайти и купить что-то, каких-то мастеров? Ну, я очень, конечно, люблю какие-то именно материалы больше, по большей степени. А еще... что это вот такое мы видим в кадре сейчас? Вот эта лампочка была. Это нестандартные подарки для влюбленных, в общем-то. Я очень люблю переделывать старые вещи. То есть, как бы мой девиз, старых вещей не бывает. То есть ты Плюшкин такой, да? Копишь, все копишь, и потом стараешься сделать. Но возвращаются к тебе люди, те, которые приходили к тебе, там, допустим, на следующий вообще день? Вообще, да, есть постоянные клиенты, есть определенные уже как-то наработки. В чем-то вот так. Понятно. Ну вот, кстати, это роспись по обуви? Да, это а как чем раз... ты расписываешь? Ну, вообще, краски, это были туфли, просто маркер специальный по коже. То есть, в принципе, друзья мои, у нас действительно достаточно мастеров самых разных. Я задумалась, что я, наверное, отдам Яне расписать свои белые туфли. Очень мне понравилась эта техника. Вот. Ну, а скажи, поддерживают ли тебя твои родные, близкие в твоих вот этих вот, не знаю, трудозанятостях, каких-то рукоделках и так далее? Ну, вообще, да. Если я к чему-то, например, готовлюсь, то у меня задействована вся семья, и она там за меня очень радеет. И, в общем-то, все помогают. Но ты сама вот видишь, что ты, допустим, развиваешься как-то, что у тебя получается что-то лучше, красивее, и уже не стыдно за свою работу? Ну, вообще, я не знаю, как остальные мастера, но я могу сказать, что я частенько недовольна своим трудом, и всегда хочется чего-то лучшего, но, как говорится, если это так, значит, человек совершенствуется. Угу. Значит, пока идет вперед, не пока стоит на месте. Нет еще короны такой, да, что я вообще идеальная. Наверное, так. И так далее. Друзья, ну мы рассказываем о том, что у нас с 7 по 9 формула рукоделия состоится в музее Алабино. В нашей студии сейчас представлены работы и фотографии, в том числе, боже мой, замечательных работ. В данный момент это Яна Нефедова, человек, который занимается всем, если вы заметили по фотографиям, и конфеты, видимо, делает тоже, и букеты из носков, если это действительно то, что мои глаза меня не обманывают. Ну и открытки, конечно, и какие-то удивительные вещи. Поверьте, если вы придете на выставку, сможете все это приобрести. Может быть, не все то, что здесь представлено на фото, но, тем не менее, все то, что, может быть, хочется подарить уже, положить в закрома Родины к Новому году. Девочки из замечательного творческого объединения или товарищеского общества, я буду вас так называть, «Синяя курица». Что вы будете представлять на выставке «Формула рукоделия»? Что за техника? Что это такое вообще? Ну, вообще, конечно, так как год следующий все-таки овцы и козы, поэтому основное внимание мы уделили именно новогодним каким-то таким вещам. То есть вот овечкам различным. А я сейчас смотрю на стол и вижу лошадь. Лошадь, которая, ну, это у меня тоже на елке висит, да, это да, подарок, да, да. Ане в прошлом году. Вот, ну то есть это как бы вот остатки, да. Но в основном это вот в этом году будут такие вот замечательные овечки, сделанные в технике фьюзинг. Это запекание в печи при температуре 800 градусов. Вот, их будет различное множество разных цветов.
Вот, вот. Ну, то есть обычные барышни пекут кексы и пирожные, а Аня запекает стекло. На самом деле это очень интересно. Вот. И вообще, как бы, я призываю людей всегда, когда им, например, говорят, или дорого, или еще что-то, ну, там, какие-то сомнения, например, они восхищаются, боятся купить. Сами. Да, я всегда всех призываю, приходите, мы с Аней проводим различные мастер-классы, вот, там, в любое время всегда идем навстречу, расскажем, покажем, скажем, где там лучше купить материалы, как это лучше сделать, то есть мы всегда за, вообще, потому что, ну, мы как бы несем творчество в массы, причем как и для взрослых, так и для детей, вот. Более того, мы с ней очень часто даже как бы помогаем там фонд линии жизни поддерживаем, плюс мы проводим мастер-классы, например, в детских домах для детишек, вот. Поэтому как бы, ну, приходите, если вам это интересно, на формулу, мы вам все расскажем, все покажем, ну и научим. Понятно. Если Аня Курдыш занимается у нас твердыми материалами, то Аня Синяева по-мягонькому у нас. Да, мягенькими, да. Давайте фото посмотрим ваше, а вы расскажете, почему решили заняться именно мягкими игрушками и что это за удивительная техника, потому что они, конечно, божественно выглядят в кадре. Ну, это игрушки я шью в основном в стиле Тильда. Это норвежская, как бы скажем, рукодельница, которую я создала. Это я делала на заказ Лев Моряк. Его зовут Лев Петрович. Подумаешь. Да, ну, то есть в основном как бы мне нравится именно вот такой стиль Тильда, потому что такие как бы, ну, нежные пастельные краски, не слишком ярко, не слишком вызывающие, минимум декор вот всяких таких. А сколько лет уже вы этим занимаетесь? Ну вот так вот основательно в феврале будет 3 года. Не было желания бросить и заняться вот этим вот замечательным стекловыпеканием? Нет, у меня бывает желание хотя бы на какое-то время остановиться и взять творческий отпуск, как раз вот когда я готовлюсь к таким выставкам, потому что это посвящено все время, день, ночь, вот, и очень тяжело. Но, конечно, когда все это проходит, ты получаешь такие позитивные эмоции на выставке, может быть, недельку отдохнешь, и потом руки снова тянутся к иголке, к ткани. Видимо, залежи ткани все-таки достаточно, очень много, да? Да. На любой случай есть. На любой случай, и причем хочется покупать их еще и еще. Вот. И с другой стороны, смотришь на, ну, стопки огромные, могу сказать, у меня этих тканей, причем все небольшие куски, то есть там может быть штук 300, разных как бы расцветок, и надо это тоже все пустить в дело. Да надо еще все помнить, что и как там, куда приложить. Ну дело, вот у меня, например, в основном, да, большую часть как бы времени занимается именно вот копошение в этих завалах и подбор тканишек друг к другу. О, какая замечательная ткань. Как так вот случилось, что к кошелечкам перешли? Ну, потому что как бы сначала игрушки, а потом хотела что-то такое уже более утилитарное, то, что можно использовать, и просто это, ну, совершенно как бы немножко другая техника, чем в игрушках. Там можно уже как-то комбинировать ткани, mm-hmm. какие-то там украшения придумывать. А чем игрушки набиваете? Я набиваю синтепух. Ну, это как бы такие наполнители. Они причем продаются у нас достаточно много где. Если кто хочет попробовать шить, там проблем не возникнет. Можно купить. Даже можно купить обычную подушку в Икее и взять оттуда. Я покупаю огромными мешками, которые, ну, вот половина меня. Понятно. Иногда приношу их на работу, как покупаю в обед, и люди, конечно, немного пугаются, денег, коллеги. Видимо, в банке-то. Что тут еще? Такой вот у меня вопрос. Кого из мастеров ждете в этом году? Может быть, уже кого-то, может быть, приглядели, заказали что-то? Нет? Ну, вообще, как бы, мне интересно, допустим, мастера, которые приезжают из других регионов, потому что своих как-то мы уже практически всех знаем. А, опять ты, да? Да, ну, вот. В том году, да, нам из Кирова понравилось. Да, из Кирова мастерская «Лунный кот». Вот. Они делают гончарные изделия. И там были очень красивые колокольчики-ангелочки. И я сначала хотела купить один, в итоге купила, по-моему, 4. 2 подарила. Потому что 4 дома все-таки это много. У меня, да, много и других как бы керамических таких вот штучек. Угу. Ну, вот их ждем, да. Да, и потом как-то вот из других регионов, все-таки у нас, наверное, для каждого региона своя специфика есть. Ну-ка. Вот, то есть, например, вот у нас в основном как-то вот делают, ну как вот, ну игрушки, например, да, шьют, валяют. Но каких-то, например, вот тот же самый там вот со стеклом у нас в Самаре, может быть, есть мастера, которые работают, да, но они
почему-то не представлена форма рукоделия. То же самое там гончарное вот это искусство. Тоже нет. То есть это в основном как-то игрушки, скраббукинг, например, да, и что-то такое, ну, как такое. Валяние. Валяние. Давайте шерсть, посмотрим. Да. Еще фотографии у нас Ани есть. Она расскажет о том, как она не спит ночами, таскает большие коробки со стеклом. Ну, у меня на самом деле там работы, да, больше, наверное, не по фотографии, потому что я на самом деле как пишу картины, их продаю активно, вот. И ну, вообще я тоже занимаюсь всем понемножку, но вот это мне очень нравится. Это вот я тоже немножко валяю шерсть. Это мы делали. Наш заместитель председателя правления, он играет в теннис, Мишку, вот. Это называется драм-кружок, кружок да, фото. Это вот как бы, ну, картины, то есть какие-то такие вот, ну, мне это нравится. Как и... это все уместить на маленьком таком вот местечке, которое вам выделяется организаторами? Ну, картины, конечно, я туда не понесу, вот, это однозначно. А так, ну, мы придумываем, мы начинаем заранее готовиться, то есть... Уже вымеряете. Да, вымеряем, чертим квадраты на асфальте приблизительно, чтобы понять, как что, пятое-десятое, то есть столы покупаем специальные под размер, там, стеллажи, ну, вот не знаю, как в этом году, потому что в этом году хотим все-таки сделать какой-то такой новогодний один угол, потому что все-таки Новый год близко, и люди уже начинают задумываться над подарками. Другой угол сделать несколько там другого плана. Вот, ну тут я не знаю. Вот это я на заказ писала подружке ее родителей. Ух ты, картину, да. Интересно, то есть. Вот. Также вот я люблю заниматься всевозможным декорированием мебели. Ну тут не так много работ, да. То есть это были старые подставки под цветы. В общем, они мне надоели, я решила сделать что-то более интересное. Или вот, например, столик. Вот. Как с этим жить, как в голове девочки талантливые укладывать все свои эти идеи? Ведь, записывать. Записывать, да не получится абсолютно. Ведь тут получается, что вы все и это делаете, и это делаете, и это делаете, и это делаете. Как не разорваться? На самом деле, если честно, мешает работа основная иногда. Хочется прям как-то так, это постоянно мысли приходят в голову, что... А не бросить ли, да? Ну да, как-то заняться этим, ну просто, вот, ну не знаю, как у нас, но все-таки у нас уровень вот этого хендмейда не дошел до такой степени, как, например, в той же самой Европе, когда это является каким-то, на самом деле, там, основным делом, прибыльным делом, вот. То есть у нас все-таки это в основном, конечно, еще на уровне хобби, вот, в России. И чтобы это вот, не знаю, когда, через какое время выйдет, если это все-таки когда станет таким прибыльным делом, приносящим стабильный доход... Ближе к пенсии, так думаю, ну, наши может девочки. Быть, и ближе к пенсии, я все-таки надеюсь, что раньше, вот, тогда, конечно, можно все бросить и заниматься только этим. Угу, понятно. Ну, например, мне больше повезло, мне как-то и работа, и хобби, все творческое достаточно. Угу, то есть если этим занимаются работой в банке, Яна, ты у нас... Я дизайнер журнала первого глянцевого на Куйбышевке «Лайк». Ну, тут дизайнеры сидят, тоже хорошо. Но в любом случае, друзья, у нас остался еще один неразыгранный купон на бесплатный проход на «Формулу рукоделия». Будем ВКонтакте его разыгрывать в нашей группе, где все, собственно, ссылки дадим на сегодняшних мастериц и на, собственно, саму «Формулу рукоделия». Так что следите за новостями нашей группы. Вам творческих успехов, чтобы все продали. Спасибо. Ну, спасибо. А вам, друзья, искренне желаю заниматься творчеством, не сидеть дома и отправляйтесь на выставку, потому что там интересно и весело. До встречи.